Так, мы летим. Летим мы в Оренбург. Тачка стоит 9 лет в одном гараже. Пыль, паутина, все есть, короче. Все, как вы любите. Все, погнали, в Оренбург. Добрый вечер, а вот и мы. Ты видишь, как он шатается? На трап, короче, ступили, блядь, он чуть упал. Итак, добро пожаловать в аэропорт Оренбурга. Подожди, это, я думал, это южнее, а что-то холоднее как-то, чем в Москве. Пойдем. Оренбург холодный, теплый, жаркий, суровый, степной край. Офига вы. Подготовились. Это прям, знаешь, это ты гид местный, да, это? Да. Блин, я, короче, да, сказанул, что мы летим перед этим. Сторис выложил, и вот, ребят встречают. Итак, мы в Оренбурге. Чем славится Оренбург? Да. Оренбургский пуховый платок, я думаю. Платки. А, точно, да. Это же Круг пел. Оренбургский пуховый платок. Песня «Роза». Да для нее Оренбургский платок. Короче, мы в городе платков и... И черных дельфинов. Черных дельфинов? Да. А есть под Оренбургом фонтанчик с черным дельфином. А, здесь черный дельфин здесь? Солилецк. Да, Солилецк и дальше. А, ничего себе. Ну, тут типа 200 километров. Все, это время. Подписчики думали, что мы с Женей ездим за тачками по разным городам, а мы просто путешествуем, изучаем Россию. Да-да-да. Это просто... Мы тревел-блогеры. Мы хотим переформатироваться. Две раздельные кровати, телевизор. Красиво все, чисто, аккуратно. Есть хорошие отели, когда мы приезжаем, это хорошо, потому что бывали города, где прям жопа была. Все, спать. Чтобы вы понимали, Женя всегда засыпает в одно и то же время. Стрель. Нормально? Я выспался. Пойдем. Здорово. Вадим. Это Вадим. Привет. Всем привет. Владелец автомобиля, за которым мы едем. Да. Что, сразу в гараж? Начнем. Да. Все, поехали. У Вадима эта машина, он ее очень любил, да? И да. Вот сейчас, конечно, на Камри двигается, ну, уже как бы... Повзрослел. Хотел сказать, постарел. Вот. Эту машину вот так вот вы не встретите нигде. Их практически не найти. Но почему-то вот на Дроме, например, их много в продаже. Я удивлен. Вот то, что нас именно интересует, какие-то вот редкие тачки, какие-то интересные, вот они в основном там. Так, ну что, всем, наверное, интересно, да, что мы нашли в оренбургских гаражах. Куда этот гараж? Сейчас мы его будем вскрывать и смотреть. Любопытно. Ебать, ну пыли реально много. Если бы это были 2000-е, когда вышел фильм «Форсаж», и мы такие вот так вскрываем этот гараж, и просто стоит капсула времени, вот такая вот в пыли. Да, только она выпущена в 2000-м. Ну, допустим. Жека, да вы чё, блин, а? Да ты чё вообще? 500 миллионов подписчиков. 500 миллионов? Да ладно, вы чё, приехали к нам вот это вот, брат? Синдикат, Жека Дубровский, Серый, да ты чё, ебанулся вообще праздно? Да вы чё? Блин, снимает на видео. В Оренбурге, прикинь, приехали. Вы что тут в наших гаражах хотите? Вон они сейчас, там эту машину нашли. Да ты чё, братан? Да я знаю же, она там давно. Да? Да, 9 лет стоит машина здесь. Так я думал, тебе уже все неинтересно. Думаю, в Дубаях вот это вот загораешь, вот это вот. Да ты чё, ты посмотришь синдикат, ты ебанешься вообще там, чего творишь.
На стоп нажми, Леня, отправь, он сейчас охуеет, Леня, он его там постоянно смотрит, у меня сын. Просто. Мне что-то уже неудобно. Дядь Вих, ты знаешь, кто это за человек приехал? К нам вообще. А? Да ладно, обычный человек, чего? Чего, ютуб не смотришь, что ли, вообще? Нет. А? Нет. Ой, ты лошара вообще просто. А мне тогда смотри, я по машине смотрю, хули нахуй мне ютуб. Просто ты не боешься, вообще, что это вот здесь за чувак крутой вот этот. Супер он приехал, без капота покупать. Is this a Supra? Dude, is this a Supra? Сейчас просто, блядь, я, конечно, вот такую толпу соберем. Хотели так по-тихому чисто гаражик открыть. По комментариям вы могли подумать, что это 80-я Супра, которая стоит 10 лет, но нет, нет, это что-то другое. Все, готовы? Черт, это про... Да мы поняли! I got the vodka, a cubo, got the cranberry juice. Now it's time to get loose. Ну что, я достоин? Пока не знаем. Самое примечательное, что тачка стоит здесь, оказывается, уже все же 10 лет. Кому-то может показаться, что не 10 лет, судя по пыли, потому что пыль не такая, как, допустим, на... Встречаете эксперта по пыли. Все по пыли. На самом деле, хоть и тонкий слой, но слоев много. Гараж просто, видите, герметичный, нигде ничего не продувает, поэтому пыли не так много, как на Корвете, например, было. Потому что Корвет там был, гараж просто, он весь в дырах был. Турбач 4G63, мотор, цвет, как моя куртка. Машина свежеоткрашена, да, по сути? Ну, типа, да. Ты 9 лет назад, или 10 лет назад ее покрасил? Да, 12, да. Вот, она у тебя что-то немножко сломалась, и ты ее поставил. Да. Ну, после студенческих годов денег не было. Коробка стоила тогда на тот момент очень дорого. Вот, да. И, соответственно, я ее поставил до лучших времен. Потом начал собирать механику, свапать. Начал, короче, искать привода. Это еще 2 года у меня заняло. То есть внутренние привода в коробку не втыкались. Вот в итоге я свои перебрал, внутренние гранаты только нашел. Да. Ну, то есть ты ее полностью починил? Грубо говоря, да. И поставил? Да. У меня, знаешь, как я к ней пришел? Мне было когда лет 16, как раз. Я, короче, шел по улице и ехал красный такой бордовый эклипс, точно такой же, но он весь был на обвесах. Вот, все. Я просто, ну, подхожу к дороге, он один едет, больше никого не было. Я прям просто, знаешь, увидел, он такой весь был чистый, короче, это. Я прям загорелся. Как раз еще Underground уже, по-моему, был первый, Форсаж первый. Я, короче, когда приехал по объявлению, я увидел просто вот эту первую часть, ну, жопу, вот эту фару, и все. Мне уже, в принципе, не важно, знаешь, было, какой он там, что он, битый, не битый. Я увидел, и все, я думаю, я его забираю. Он был черный, короче, весь тонированный, полностью. Ой. Такое черное яйцо, короче, без номеров. Интересно, сколько он стоил? 2009 год был. А. 280 тысяч он туда стоил. А то есть ты после, с момента, когда ты увидел вот этот эклипс, и до покупки прошло 5 лет, и ты, типа, осуществил свою мечту, да? Да, да. Ну, я прям постремился, да, к ней. Охота была, мне прям вот его охота была. И в итоге, да, большинство людей не понимает, что мысль – это волна. Каждая мысль – это волна энергии. Стоит задуматься о том, чего вы хотите, сконцентрировать на этом все свои мысли, и закон притяжения всякий раз даст вам то, что вы желаете. Реально у меня как друг, короче, был. Я, знаешь, там много знакомых обзавелся, ну, с помощью его. То есть вообще там... Клуб какой-то. Да, мы там гонки вот эти всякие у нас там нелегальные были. То есть там видосы, там я на нем гонялся даже, короче. Но турбину первую я положил за лето, представляешь? Была нормальная турбина, за лето я просто ушатал вообще. Она у меня осенью все уже, вообще не ехала. То есть я не знал даже, по сути, я его купил, я вообще не знал, что за машина, что, как там, турбина, турботаймеры, какие турботаймеры, еду, доеду, приехал там, погонял, заглушил, все. Надо было там, потом мне говорят, надо не глушить сразу. То есть я вообще ничего не знал, в принципе. На самом деле, классная история такого юного гонщика, который вообще ничего не шарит, ни там турбина, не турбина, как пользоваться, но просто вот наигрался в игры и купил себе вот такую тачку. Бля, это круто. По цене изначально он сказал 370, по-моему, и мы, короче, с ним очень долго разговаривали, и в итоге на 260 я смог поторговаться. А на самом деле, вот эта машина, она немножко недооценена, и на них цены сейчас, ну, реально не очень дорогие.
А вот в Москве за 330 есть, кстати, тоже турбо. Я бы на вашем месте, если бы вот, ну, нужно куда-то пристроить деньги, я покупал именно такие тачки. Но мне кажется, они вырастут в цене. Когда-нибудь они будут тоже стоить там миллион. Как все вот эти вот там Супры, там Sky, Сильви и так далее. Просто нужно время чуть-чуть этой машине. Миша любит говорить, эта машина недооценена. Типа, потом она станет дороже. Это, в принципе, редкая машина. Посмотри здесь сколько их. Причем в разных поколениях. Просто на Дроме реально больше 500 тысяч объявлений. И вот такое количество нигде не видел. Ну, вы знаете, что на Дроме также там можно и отзывы почитать. Про Эклипсы почитайте отзывы. На самом деле, вот особенно на 4G63, вот этом моторе, да, турбовом. А если еще полный привод найти, это вообще офигенная 4G63, тачка. 4G63, это же то же самое, что, на Эволюшенах, в том-то и дело. То есть Эвики ценятся, Эклипсы пока еще недооценены. Но я думаю, что они будут дорого стоить. Это очень крутая тачка. Так что, ребята, не сидите просто так, ссылка будет внизу, заходите на Дром и можете покупать выгодные варианты. Их там очень много. Все, ладно, мы пошли дальше. Так, ну я даже не знаю, к чему прикоснуться, типа, начинать с чего. Но по идее, нужно, во-первых, посмотреть реально на то, что вот эти вот паутины, вон, видишь, сколько? Тебе кто-нибудь говорил, что ты маньяк? Я маньяк, да. Так, тут салон. Немножко подразобранный, да? Ну вот, короче, механика. В теории, короче, все это должно работать. Ну, пойдемте сюда, ко мне. Приглашаю вас в бездну. Так, вот они новые привода, которые вообще не ездили еще. Так, тут тоже вот все новенькое стоит. Кузов вообще хороший, не гнилой. Ни дыр, ничего вообще. Блин. Снизу тачка прям реально огонь выглядит. Ну вот и славненько. Кассеты. Все детство смотрел. О, видел? Может быть и запрещенное что-то есть? Нету? О, Тимон и Пумба. Немо. Это что, на кассетах было? Я думал, это уже позже вышло. Написано DVD. О, Терминатор. Терминатор 3. Рекомендую. По-моему, до третьего, кстати, нормальный терминатор был. Потом уже что-то он такой, немножко жидкий стал. Вот обычно вот в таких вот, вот что-то интересное показывают. А, нет, здесь бойцовский клуб. Ну, хотя, может быть, под бойцовским клубом скрываться другой клуб. Тут надо что-то нажимать, что-то... Ну нет, никаких секретов. Ну, кстати, знаешь, лампочка загорелась, что двери открыты. Да? Ну да. А зажигание? Зажигание включилось. Ща будет. По нашей практике, как правило, после такого простоя запускались американцы в основном. Японцы как-то не выживали после такого простоя. Нормально. Как, Синон? Синон. Ну вот так похож на Супру прям. Вау! Is that a Supra? Она жует свой орбит без сахара. И вспоминает. Она жует. Круто, если бы не тонировка. Надо этим, лак оттереть, это лак. А, это лак? Да, его можно растворителем оттереть. Ну, если оттереться, то да. Ну, просто в те времена... Да, это модно было. Были это было модно, да. Да, был другой стиль немножко. Согласен, да. Задние фонари были про спорт и реснички про лайн спорт. Ну, я не знаю, знаешь ты это или нет, это очень давно было. Может, капот накинем? Интересно сейчас, какой капот будет? Я делаю ставки. Черный. Карбоновый. Че, я угадал, что капот черный? Да? Да. Раньше это было модно. А зачем на кипсу вот это город? Там что-то есть? Вообще нет.
Там же ничего не мешает. Рук на капоте с одной стороны несимметричный. Да, непонятно зачем, но он есть. Так, чё, бензина нет вообще? Ну, не знаю, чё. Ну, давай, толкай до мойки, сможешь? Серия 12. Переднеприводный убийца. Сейчас поедем. Я тебя снял, как ты бежишь. Стоп! Упс, прошу прощения зрителей. Чё? Я доехал вот до сюда. Всю самую срань я проехал. И она заглохла, видимо, бензин закончился. Ой, ой, все запотело. Все запотело. Где? А. Hurry up quick and half is coming soon. Sit up straight. Ну, кстати. Ничего не видно. Вообще ничего не видно. Блин, ну как вас протереть-то, а? Be enthused, but don't look too amused. This is a queendom. Please respect her rule. Smile on your face. Как вы думаете, что у этого человека в голове? Че делаешь? Че? Че делаешь, а? Говорю. Да, классная музыка. О! Мои вкусы специфичны, а Яндекс.Музыка точно подбирает музыку, которая мне понравится. Блин, вообще, вот это апельсин, вот реально. Ты видишь, какое состояние? Вообще не докопаться, просто вот ни одного скольчика даже нет. Салончик-то вообще живой. Вообще, и салон живой, и по кузову живой, вообще офигенно. Сегодняшнее видео у нас вот для кого-то в прямом эфире, видите? Вот. Они уже, можно сказать, видос посмотрели, эти люди. Причем мы вот эту локацию мы не полили, я не знаю, как они находят нас, я вообще не понимаю. ГСК смотрел. ГСК. Синяя будка. Родная. Ну а тут ближайшая мойка. 265 тысяч мы еще аккум купили. 265, да? Все верно. Так. Да. Ну, я думаю, что он еще будет ездить и радовать. Да, конечно, конечно, это однозначно. Так-то он сам по себе живой, не гнилой. Все, это была крутая покупка. Сейчас грузим на эвакуатор и едем домой. Эвакуатор стоит 50 тысяч рублей. Мы охерели, конечно, от этих цен, и это даже недорого. Все называют 70-80 из Оренбурга до Москвы, 1500 километров. Непонятно, почему так. Из Владивостока возят дешевле. Потому что у нас транспортная не очень удобная. Ну да, потому что есть федеральная типа а-ля трасса, да, по которой едут автовозы. Это вот Тольятти, Самара, оттуда они напрямую идут, а у нас не очень удобно. А отсюда, короче, только на эвакуаторе, и поэтому так дорого. Можно было, конечно, самим доехать. Ну реально, сейчас вот зимнюю резину, мне кажется, поставить. Можно было, в теории. И два лишних дня, типа, и мы бы доехали. Масло поменять, да? У нас нет этих двух дней, поэтому, ладно, полетим. Коротко о том, чем отличаются машины хозяйские от перекупских. Ты в довесок еще полмашины получаешь всегда. Знаешь, очень странный сейчас будет вопрос у меня. Но. Зачем мы ее мыли, если мы ее сейчас отправляем на эвакуаторе в Москву? Это, Саня, фетиш. Это вот отдельный фетиш. Всегда, когда машина стоит очень долго, для меня это, наверное, самое любимое действие. Ты помнишь вот серу? Корвет. Просто сейчас помнишь все эти машины, которые мы доставали? Там Мерседес, помнишь, мы откопали? Стелс. Стелс, да. Это вот просто мойку вспомни, и какие они стали. И вот я считаю, что не зря мы ее помыли, чтобы увидеть и показать всем, насколько она офигенная, в каком она состоянии. Если бы мы взяли ее в ЗБС, мы бы назвали ее, не знаю, там, апельсинка, оранж или что-нибудь такое. Фанта, во. Нормально? Фанта. Нормально.
Но мы не будем ее в ЗБС. Мы в ЗБС, наверное, не будем. У нас другие на нее планы. А все, он уже уехал? Да, все. Серьезно? Да. Все. А документы? Отдал я, все. Встретим там. 14 лет, представляешь, он у меня был, и так раз, и за 2 часа уехал. Так быстро. Ну не расстраивайся, это в любом случае, знаешь. Просто, знаешь, все равно же, как я же говорю, он как другом был, как бы это. Жалко, конечно. Ну ладно. Поздравляю. Мы, короче, на самолет, все, и домой. Fly. Че? Че, ты хочешь, чтобы я взлетел? Ладно, все, давай, Сань, взлетай. Он должен пройти противообледенительную обработку. Я и тот сел и сразу подумал, блин, а он обледеневший. Я думаю, почему не проходит он? Знаешь, как называется эта профессия? Деайсеры. Деайсеры? Деайсеры. Реально? Реально деайсер? А ты что, я думал, я тебя стебу? Я думал, ты прикололся. Нет. Фига. Вот такими штуками. Это деайсеры? Да. Это ты знал? Да. У меня друг работал на такой штуке. Я думал, ты прикалываешься, деайсер. А сейчас ты что делаешь? Это ринстринг. Это универсальные наборы для создания картины нитью из абсолютно любой фотографии. Вообще все девушки любят фотографии, и они всегда ищут для себя хобби. А тут можно дать ей почувствовать себя художницей, еще и создать уникальный арт из любой фотографии. Наши девчонки уже сделали не одну, а, наверное, под десяток таких картин. Причем уметь рисовать для этого не нужно. Берем набор, загружаем любую фотку на сайт и получаем голосовую инструкцию. И все, и потом начинаем плести нитью. И вырисовывается картина. Набор продуман до мелочей. В комплекте есть все, что понадобится для создания. Даже крепление на обратной стороне, чтобы сразу же готовую картину повесить на стену. А сама коробка, она трансформируется в удобный мольберт. И создавать картину рекомендую именно в ней. Голос диктора называет, какому гвоздику вести нить, а на фоне играет расслабляющая музыка. А завершенный арт вживую смотрится просто отлично. Вы готовы увидеть, что у меня получилось? Раз, два, три. Та-дам! Сделал себя сам я, и мне этого мало. Ринстрингу уже больше года, и он пользуется огромной популярностью, и я понимаю почему. Если делать на заказ картины нитью, то это очень дорого. А тут ты и расслабляешься, и делаешь картину сам. В описании будет ссылка на официальный сайт производителя. И когда будете заказывать, в корзине введите промокод Жекич и получите скидку 15%. О, какая красота! Как-то раз Гордей пригласил всех на свой день рождения на корабль. И мы стоим такие там, можно сказать, в очереди. Я там что-то, там кроссовки какие-то ему подарил. Вот. А и стоял Саня Царев, наверное, многие знают. И вот он стоял как раз с рингстрингом. Там уже была картина Димы Гордея и его девушки. И вот он мне показал, и я так удивился, я такой, нифига, я говорю, это что, это как вообще? Я говорю, это из нити, что ли, прям вот это все делается? Он такой, да. Так что, ребята, всем рекомендую, реально. Вот как подарок, это просто очень круто. Переходите, заказывайте и дарите наслаждение от создания шедевра своими руками. А без повода получать подарки вдвойне приятно. Короче, Эклипс в Москве, и сегодня он достанется кому-то из наших ребят. Голодные игры продолжаются. Ну что, поиграем? Погнали. Итак, как это возможно? Да это страшно, капец. Антон выглядит суровым и очень умным. Да вообще они были, блин. Может сказать, что это не по правилам, но у нас нет особо правил. Смотри, это, давай, стой, 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 нет, 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 стой, я, подожди, нет. Если я его за ногу кушу, это будет считаться?
Нет. Вот так, все, так, блядь, стоп, нет, нахуй! Чую, пахнет жареным, братан. Привет. Так, дорогие друзья, мы не знаем, что будет происходить, но в прошлый раз мы проиграли. В этот раз такого не повторится. Ну что, команда, идите сюда. Понятно. Сегодня будет игра номер два. И на кону будет только одна тачка. Здорово. Здорово всех. Рад видеть. Если мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. О! О, клипса! О, Антох! Здорово, твой, что ли? Это турбоэклипс на механике. Американский. Вот. И сегодня он достанется одному из вас. Майн. Мое. Победитель заберет эту тачку. Все остальные, проигравшие, уйдут отсюда ни с чем. Опять этот черный стол. Он несчастливый. Да ладно, нормальный стол. Стол как стол, Вань. Там какие-то доски. Я подумала, там будет игра, где надо рукой разрубить бревно. Или разжечь огонь. Кто быстрее разожжет огонь. А можно с локтя тогда? Они столько новых идей накидали. Разжечь огонь, с локтя по бревну ударить. Ну, смотрите, как вы видите, у нас сегодня игра немножко по-другому проходит. А у нас на кону только одна тачка. Обошлась она в 300 тысяч рублей. Точнее, чуть больше, но возьмем 300. И вам нужно скинуться по 37 500. У вас 8 человек, 300 разделить на 8, получается 37 500. Получается, что кому-то за 37 500 достанется эта машина. И, кстати, я скажу, что я не буду играть, потому что было бы, наверное, странно, что я пригнал машину, сам придумал игру. И если бы я у вас выиграл, то ну было бы некрасиво. Поэтому я вам даю возможность выиграть эту тачку. Кому-то одному она достанется. Я не знаю, зачем мы это делаем, но пусть спасибо будет так. 300, 400. Все правильно, на. И вот 50 рублей. Вы себе прикалываетесь? Нет. Это мне что это? На обед? Это золото. Тут они реально как будто золотые. А русские? На всякий случай. Не то, что мы из одной команды, просто так совпало. Так, все. Внимание, вторая игра скоро начнется. Все игроки должны проследовать в игровой зал. Вот что, помнишь, как было в прошлый раз? Думаю, опять будет игра, в которую дети когда-то играли. И я так думаю. Но этих игр полным-полно. Итак, друзья, сегодня будет решать не просто какой-то рандом, а ваши навыки. Ну реально, надо постараться. Сейчас будет ностальгия. Все в детстве смотрели игру «Форт Боярд». Да. И все, наверное, знают вот такую игру. Нет. Что-то я не помню. Вообще нет. Что это такое? Не волнуйся, правила там совсем не сложные. Игра «Цветные шарики» из «Форт Боярда». У наших игроков есть 10 секунд, чтобы запомнить порядок и цвета шариков, расположенных в центральном ряду. Затем они должны будут восстановить скрытую последовательность на своей половине поля. Первый, кто допустит ошибку, проиграл. Другой проходит дальше. А как мы будем выбирать? Каким образом? Ну, рандомно. Просто тебе понравился вот этот и вот этот. И они все-таки отбежали. Сегодня у нас играет, кстати, команда «Форсаж». Вот, поприветствуем их. Всем привет. Потому что мы не могли «Эклипс». «Эклипс» оставить без твоего внимания. Так, ну ладно. Сейчас мы, наверное, сыграем Ваня. Чего? И Антон. Что, сразу я-то? Нормально? Нормально? Пойдет? Почему я не... Вот, я, знаешь, как в школе сидел на последней парте, учительница смотрела журналы, я прятался, меня вызвали, блин. Если ты выиграешь, сын мой, ты получишь ключ от... Эклипса. Ладно, давай. Мне нужен дед, который в башне сидит, он же подсказки дает. Ça va être bien. Вы говорите по-французски? Нет.
У вас есть 10 секунд, 10 моих щелчков, я вот так буду делать, на то, чтобы запомнить. Итак, в игру. Все, готовы? Да. Ёкарный бабай. Тихо. Я уверен был, что я смогу спокойно все делать, но что-то не получается. Да, забей, у меня тоже роддом. Я первый. Блять, по-моему, здесь я накосячил, но это не точно, но возможно. По-моему, я вообще неправильно все сделал. Что ты знаешь, мне кажется, это прям полный роддом. Антон, что в твоей голове сейчас? Мне кажется, ты... Волнение. Вообще, типа, это просто даже не бездумно наставил. Подождите, вы поняли смысл игры? Надо с этого конца... Да. Как можно больше правильно расставить. Вот смотрите, вот концовка там не так важна, как первые пять шариков. Я сейчас хочу уточнить, что у вас разные шарики, и кто-то с первого шарика проиграет. Прям с первого. Потому что у вас уже разные. Ну первый шарик-то можно запомнить. Женя, открывай уже. Ты понимаешь, что первый шарик можно запомнить? Я что ли? Я не знаю, кто накосячил из вас. Так, готовы? Да, реально что ли? Да, реально. Готовы? Да, не может быть. Да. Может, реально? Может, это дальтоник просто? Я что-то это... Да ладно. Открывай. Открывай уже! Открывай, да. Ну, серьезно, как, блядь? Итак, как это возможно? Просто, с треском, Ваня. Блин! Ваня второй. Ваня, блин. Хорошо начал выставлять, а нет, ну не очень. Блин, я что-то... Ты первый закосячил. Вот я дебил, я, короче, вот тут начал запоминать. Ё-моё. Да вообще, вот это игр не моё. Кто больше первых шариков правильно расставит, правильно я понимаю? До первой ошибки. До первой ошибки. Блин, у Вани первая же ошибка, у Антохи со второго шарика ошибка. Блин, я, короче, да вот, во втором я уверен был, что первые пять я сделал. Да, у Антона на втором шарике ошибка, у Вани на первом. Если Ваня на первом не ошибся бы, то Антон проиграл бы. Я тут запоминал, да? Пиздец, блядь. Итак, Ваня выбывает из нашей игры. Не получилось, не фартануло. Я всегда в детстве смотрел «Форт Боярд» и думал, что вот если бы я туда попал, все было бы по кайфу, я бы все выиграл. Мне просто повезло, что я на втором шарике, я уже мог вылететь. Следующими играют... Так, блядь, вас так много, подождите, дайте я... Вадим! Да что за? Так ты руку тянул, можно и... я? И Антоха, я как классно было бы. И Маша. Вот ты за кого мне болеешь? Мы решили не ставить тебя своим... немного благодарна. Суженым. Поворачиваемся, друзья, на кону. Mitsubishi Eclipse. Турбо. Оранжевый. На механике. Как твои волосы, кстати. Прикинь, как он бы к тебе подошел. 10 секунд вас, чтобы запомнить. Ты, кстати, очень долго, мне кажется, щелкаешь. Ну, чтобы они запомнили. Ну, 10 секунд. Они даже с первого не запомнили. Че, все? Готовы? Все, дальше рандом пошел. Небольшой совет, главное первый не закатать. Вот так, да? Все? Ну что, готовы? Раз, два, три. Там тоже кек. Никто не подглядывай туда. И теперь у вас, видите, разные. Сейчас кто-то проиграет. Рыжик победил. Итак, я поздравляю Машу. Ты в команде даунов. Вадим прям выбывает, легче. Маша проходит полуфинал. Красава. Как я это сделала? Я, короче, запоминал по буквам.
типа зеленый-зеленый, белый-белый, допустим, З, З, Б, Б. Ну, короче, я. Нет, пацаны, вашу тактику я никому не скажу. Теперь не секрет. Я русло одному говорю, у меня есть тактика, надо запоминать, короче, по буквам. В наших голодных играх осталось 6 игроков. Двое покидают эту игру. На поле боя выходят Рус и Саня Ткач. Опа-на. Опа-на. Саня только что говорил, потому что я первые 6 легко запомнил. Я буду говорить как Дмитрий Нагиев. Хорошо? Это сейчас будет батл. Нас выиграли. Так, все. Теперь смотрите, как Руся показывает класс. Все, поворачиваемся. Братан. Он в школе физик всегда. Кстати, да. Ваня это всегда плохо рекламировал Руса, что он очень умный. Он у него просто калькулятор там в голове. Да, он умный парень. Сейчас посмотрим. Так себе соперники да поставили. Пиздобол, не Ваня. Раз, два, три. Оставляем. Что-то я дальше не помню. Рус, а ты помни. Я вижу, что у вас второй шарик. Почему вы не можете хотя бы 5 запомнить? Это же так просто. Попробуй сам. Блять, я походу понял, на каком закачать. Так ты можешь изменить еще не все? Да нет, все уже. Да почему? Все? Нет, 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 не все, не все. Давай быстрее, меняй. Ну, подожди. Давай, 5, 4, 3, все, теперь все, пацан. Так можно? Да, а что, не сказали же стоп, а что? Секунду, в чем прикол? Бля, сейчас Саня. Вот сука. А Ваня подсказывал, пусть? Нет. Вот так, все, блядь, стоп, нахуй. Вообще подсказывал, получается. Нет, я же не говорю, что поставить надо. Я говорю, что можно поменять. Все, я понял свою тоже ошибку. Надо говорить стоп, когда... Так ты же отчитываешь, зачем? На самом деле, да, глобально ничего не изменилось. Уже понятен, победитель будет тот же. Глобально ничего не изменилось. Потому что... Синий. Давай, Жень, не томи, пожалуйста, блин, нахуй. Женя, давай. Белый-белый. Белый-белый. Так, а вот сейчас решится. Давай-давай, Жень, скрывай. Раз, два, три. Потому бля, что Саня победил, бля! Бля! Итого, команда джентльменов покидает нашу игру. Брали уже проиграли сотку в эти игры. Я! Бля! Сейчас на нашу игру выходят девчонки. Это Настя и Ира. Я так боялась быть с тобой. Я тоже боялась. У девочек как будто память лучше. Я считаю, что это равные условия, равные женские мозги, равные шарики, равные шансы на победу. Я чувствую, что они испытывают сильный страх. Вы нервничаете? Да. Настя такая, она уверена. Не, я тоже нервничаю. Это страшно. Ну, Настя, знаешь, она монтирует, и как будто бы вот эти всякие там квадратики, кружочки переносить, это прямо нам, ну, так типа... если были бы квадратики, да, тут кружочки, это новый для меня геометрический объект. Представь, что это... Видос надо покрасить вот в эти цвета, которые ты запомнил. Так, все. У вас 10 секунд. Расставляем. Капец. Напряженные моменты. Я так люблю их, эти напряженные моменты. Давай, Жень, открывай. Все, стоп. Открываем, да? Да. Тут меня даже я волнует, на самом деле. Что-то вообще очень страшно. Ну, смотрите, у вас разные камешки на пятом. На пятом. По крайней мере, 4 вы, скорее всего, запомнили. Это уже рекорд, понимаете? Вы уже всех бы победили. Второй. И третий. Верно. Тоже одинаковый. Третий. А вот четвертый. И четвертый. Четвертый у вас одинаковые. А вот пятый? А вот пятый? Да. А вот сейчас пятый будет. Давай. Да? И кто-то из вас проиграет. Давай. Вот на пятом.
побеждает. Настя. Настя. Красава. Побеждает. Ну, у вас, смотрите, у вас дальше идет правильно. Вот только здесь ошибка у Иры, но дальше... У вас, посмотри, до, да. Вот, вот до сюда правильно. Охренеть. Охренеть. Все-таки, смотрите, женский мозг как будто одерживает победу. Круче мозги, чем кулаки. Итак. Мо-мо-мо. Ну, собственно, вы все слышали. Эти люди выбывают у нас из... Синдиката. Из гонки. Когда-нибудь мы сыграем на это, да? А эти люди проходят дальше. Ну, смотрите, вы уже близки, кстати. Так-то мы на Версале упущены, теперь мы вот... Ну, знаете что? Одной командой. Кстати, да. Вот, одна команда, она прям лидирует. Девчонки. А может, их поставим? Не, ну за что, ну за что? Ну, я шучу, ладно, все. А почему бы и нет? Поэтому, знаешь что? Выходят Саня и ты. Семейная драма, скандал, интриги, расследования. Давайте я первый. Я думаю, что зря мы сюда пришли. Снова семья и снова вот эта полоса раздора. Но вас же она не возьмет, потому что вы же... Игра есть игра, а семья есть семья, да? Вот эти отношения, это же другое. Так, все. Вы готовы? Ты готов Машу? Раз. Нет. Маша, ты готова его раз? Да. Так, все, готовы? Давай. Раз, два, три. Твою мать. Бля, я не помню. Или вот так. Эта комбинация была самая сложная. Так, Вадим, держи себя в руках, Вадим, не подсказывай. Бля, не помню. Да, все. Дальше, правда, не помню, я не вижу смысла подглядывать. Ну что, открываем? Да, сразу. Раз. Синий. Два. Сложная комбинация была, зеленый. Три. Черный. Четыре. Белый. Пять. Синий. И вот сейчас решится. А вот сейчас все. Решающий, да. Нет. А! Да, вот сейчас... я правда сейчас не помню, что там было. Я реально не помню. Так, сейчас будет красный. Раз. Два. Внезапно. Блять. Да вам все равно дом все там разберете. Молодец, Машка. Как будто бы. Маша, давай пять. Знаете, почему рад? Потому что по статистике следующие должны выиграть мы. Ну, смотрите, не так команда мастерской выбывает из этой игры, но в предыдущей игре вы выиграли, правильно? Да. Так да. Что вы в любом случае в плюсе пока. Все верно. Привет, главная посмотри. Финальная игра. Согласен. В ней мы выиграем. А не первый шарик, проебать сразу. Согласен. Что вы делаете? Мы делаем вначале, чтобы 4 было одинаковых, а там дальше уже вот прям надо запоминать. Не, подожди, там дальше надо прям сложно. Да. Чтобы через один был. Да все, они здесь сломаются. Все, вот так. Итак, подходим. Настя и Антон. Да это страшно, капец. Антон выглядит суровым и очень умным. Как будто у него фотографическая память, и в телефон вот так вот фоткает глаза. Глаза фоткают картинку, она запоминает, и он самый умный. Пиздец, страшно. Единственный способ стать умнее – играть с более умным противником. Основа шахмат, 1883 год. Антон, у тебя непростые условия. Очень, но шанс есть. Все? Раз, два, три. Серьезно, блядь? Главное, первого не закосячьте. Кстати, тут прям... Тут прям вот это интересно. Я это интересно.
Да, мы специально сделали первые четыре одинаковые, и вы сообразили быстро и начали запоминать вот отсюда. Это прям... Респект, блин! Раз, два, три, четыре. Это вы справились с этим. Дальше. И вот сейчас решающий момент. Да. Готовы? Или нет? Да. Антон, ты что-то очень переживаешь. Ты не ответь, давай. Так, раз, два, три. Антон выиграл, Настя выбыл. Я вообще в шоке сейчас. Антон, мне кажется, тебе очень нужен был эклипс. Вот если бы там стоял не эклипс, мне кажется, ты бы и так не старался. Как ты это сделал? Он прям вообще сейчас... Это еще не конец. Очень волнует. Ну вот, кстати, знаешь что? Это очень интересный расклад. Антону, я думаю, что нужен эклипс. И Маше тоже он нужен. Посмотри, как подходит под цвет твоих волос. Мы специально подбирали. Просто за 37 500 эта машина может стать вашей. А какой-то один шарик. Один шарик может решить судьбу этой тачки. Ну, кстати, интересно. Девчонки против форсажа. Миша, нагибать Антоху, это семейный, давай. Ты сможешь. Спокой, спокой, спокой. Без паники! Так, подходим. Антон и Маша. Финал получается. Финал. Давай, финалочка. Кому-то из вас достанется. Финал. Наши финалисты. Ну что, вы готовы? Раз, два, три. Красивый кораблик. Хочешь его забрать? Антон придумал тактику. Он как та самая девочка в классе, которая, вот, знаешь, это по парте соседка, которая так вот закрывается, не дает списывать, да? Да. Молодец. Я все время сидел с такой, это была жесть, на контрольной, так берет и не дает списывать. Да вообще они были, блядь. Подумай логически, это шарики. Они есть здесь, они есть там. Они изначально там были, а здесь их не было. Нужно оставить так, чтобы здесь они тоже были. Антон, слушай, как дела у тебя вообще? Да типа в целом, что ты думаешь? Вот, Антон, да отвлекись ты, хорош. Антон, лето пойдем гонять. Так бежать, я же понимаю, бежать, что бежать, кто-то, бежать. Кто-то может сказать, что это не по правилам, но у нас нет особо правил. Какой-то. Да, пусть и не по правилам. Если я его за ногу кушу, это будет считаться? Антон, специально. У него есть тактика, и он ее Антон. Придерживается. Смотрите, он последнюю не ставит специально. Вот он, смотрите, пятую не ставит, чтобы Маша вот здесь вот поплыла. Он ждет, пока она все расставит, и потом поставит пятую. Да, Антон? А, ты этого ждешь? Не, я просто не помню. Ты правильно этого ждешь, получается? Маша, шары. Маша, держи шары. Вот это туда было. Вадим! Если Маша проиграла благодаря Вадиму, то... Да там зеленая была. Предъявляй Вадиму. Все, стоп. Вот это был сейчас напряг, и даже я немножечко просто засуетил. Нервишки сдали. Открываем. Да что говорит? Смотрите. А? Антон, так, раз. Два. Три. Четыре. И вот на пятом кто-то посыпался. Кто-то заберет эклипс, а кто-то уйдет с потухшими глазами. Раз, мои два, глаза не потухли. Три. Антон, я не знаю, как это происходит. Но, сука, ты притягиваешь эклипсы, ты понимаешь или нет? Встречи.
сколько, Антон, ты нам помнишь, ты проигрывал, да? Это должно было произойти. Я столько раз вам сливал. Он проигрывал гонку, он проигрывал прятки. Он все, что можно, слил. И вот, вот твой час настал. Это твой звездный час. Неужели? Это Эклипс теперь твой. За 37 500! Это просто капец, у меня руки трясутся. Я никогда в жизни не выигрывал ни в лотерее, ни в розыгрыше. Я у вас-то всегда сливал, блин, как лошара. Я вам проигрывал, сейчас я у вас выиграл, потом вы снова выиграете. Все по-честному. Спасибо вам. Это жестко. Эти ваши игры, это очень жестко. Я сегодня чуть дважды не сдох, я бабушку видел. Вань, спасибо, что ты меня выручил, потому что если бы ты на первом не просрал, я бы просрал на втором. Да, я специально так сделал. Да. Подожди, заявляю, я не тупой, я сделаю так специально. Все. Мои поздравления, а можно, да. Ну как ты так вот второй вот проект, ну, не запомнил, а потом все стал запоминать резко? Совсем слишком волновался вначале, потом просто настроился, что надо. Ну, блин, но тачку я никогда не выигрывал. Прикинь, причем такую. Это вообще охренеть, что за тачка. Видел дальше, что происходит? Там же она выиграла. А вот дальше я бы выиграла. И причем я такая, надо бы изменить на синее. Ты такой, а нет, я стоп уже сказала. Я такая, ну все, я проиграла, наверное. А, дальше бы Антон типа проиграл, да? Да. Ну знаете что, эта игра у нас такая, ну, на один раз. В следующий раз будут другие игры. И не только настольные, на самом деле. У нас столько идей, вообще просто пипец. Это разрыв. У меня к тебе, конечно, предложение по поводу этой тачки. Так, на гелик? Ну, тут два варианта. Пойдем. У тебя два варианта. Ты можешь оставить ее себе, либо продать мне ее обратно за 300 тысяч, я ее поставлю в контейнер. У нас следующий выпуск будет про контейнеры, и люди будут знать, что там есть эта тачка, но они не будут знать, в каком именно контейнере. Просто сейчас забрать бабки и уйти, либо забрать эту машину. Ну, по-хорошему, по сути, у нас эклипсы есть. У нас их целых два. В ЗБС третий кидать уже как бы нелогично. Ладно, подумай. Я еще не если что, вот, вот, вот тачка, вот деньги. Вот что, что лучше? Я счастлив, что ее выиграл, потому что, ну, выиграть тачку, это что-то там из космоса. Ну да. Но я хочу, чтобы вы меня поняли, и чтобы ты меня понял. Этот Эклипс нам не нужен, потому что мы собираем форсажные тачки, и... На те деньги, которые ты дашь нам, мы купим еще одну. Что-то интереснее, тачку. Да? Сделаем. Потому что ее. У вас тем более уже есть два Эклипса. Все, давай. Мы сделаем ее и вкинем ее в ЗБС. Таким образом мы будем двигаться дальше. Для нас это важно. А этот Эклипс, когда кто-то откроет контейнер, он кого-то осчастливит, это точно. Ну да. Ну я тебя поздравляю. 300 тысяч рублей. Просто в какую-то обычную, простецкую игру из Форт Боярда за 10 минут ты выиграл. Для меня это не деньги, для меня это движение, возможности. Движение вперед. Да. Круто, мы в прошлый раз сказали там на мастерской, смотрите, куда они потратили эти деньги. А теперь смотрите, куда Антон потратит эти деньги. Как форсажные он их задействует. Тачки. Да, ссылка будет в описании на канал Форсаж. Это наш канал, если кто не знает. Все. Спасибо вам. Жака. Поздравляю! Итак, игра окончена. Все молодцы, спасибо всем. А, и кстати, если тебе нужна классная тачка, иди на дром. Ссылка будет в описании. Так, все. Этот Эклипс мы поставим в один из этих контейнеров. Позовем известных людей, они будут открывать по очереди. И помимо Эклипса будет еще много всего интересного. И дорогие, и дешевые тачки, и не только тачки. Ну, короче, смотрите в следующем ролике. Контейнеры. Все, всем пока. Успей оформить новую лимитированную карту Drive в дизайне от Синдиката с крутым кэшбэком. А для владельцев карты розыгрыш 2000 литров топлива каждый месяц. Карт не так много, успевайте получить свою карту и шанс сэкономить на топливе, пока их все не угнали. Короче, тест-игра. Мы уже тренируемся, у нас тест-игра. Вот кто бы выиграл, если бы мы реально вот, ну, с Гуфом бы играли? Знаете, в чем прикол? Что в эту игру мы больше не будем играть. Да, это новенькое. Понятно. Мы просто вот... Гуф не играл, Гуф хотел смотрим, что это такое. Дальше. Черный, белый. Дальше. Синий. Дальше. Дальше. Черный. Я выиграл. Гуф просрал.
Да почему? Почему, блин? Когда на камеру нахрен нифига не получается, когда просто типа тестово играешь. Все, смотри, смотри. У меня сколько правильно было? 1, 2, 3, 4, 7 штук, блин. Вот эти перепутал. Дебил.